Если вы путешествуете в самолете, ездите в командировки, а уж тем более ходите в походы, то вот такое вот приспособление будет вам пригодиться вам. Вот. Это ультрафиолетовое обеззараживатель для воды портативный. Компания Катодин. То есть это известная фирма, которая производит портативные различные фильтра. Рассказываю, как это работает. Вот такое вот нехитрое приспособление, которое работает от 4 батареек пальчиков. Здесь вставляем 4 батарейки. Вот. Если вам нужно, допустим, обеззарядить воду в бутылке, набираем 1,5-литровую там, или какая у вас там есть бутылка с водой. Вот. В этом приборе, вот здесь ультрафиолетовая лампа, значит, и здесь у нас такая пробка, резиновая пробка. Вот, вставляем в бутылку вот эту ультрафиолетовую лампу и переворачиваем. Переворачиваем, соответственно, за счет этой резиновой пробки вода тут стоит, ну, вода держится. Вот, но в то же время эта лампа оказывается в воде. Включаем прибор, загорается ультрафиолетовая лампа. И таким образом ждем 1 литр из расчета 90 секунд. Соответственно, там, если литр 90 секунд ждем, там, если 2 литра 180 секунд ждем. Вот. Затем переворачиваем, вытаскиваем, все. То есть все бактерии, все вот эти микробы, которые есть в воде, они умирают. Вот. Если у вас, допустим, стакан, то вы просто включаете, засовываете этот прибор ультрафиолет в стакан, обеззараживаете и выключаете. Вот. Таким вот образом это защищает лампу от механических каких-то повреждений. Если вы вдруг там сталкивались с какими-то водоочистными системами в домах, возможно, где-то на предприятии, то самым последним обычно, то есть там, где есть вероятность какой-то воды зараженной, там, да, возможно, там где-то септики рядом, там, да, или, например, вода может быть немножко какая-то, ну, с какими-то там ненужными бактериями, да, то всегда на выходе ставится ультрафиолетовый обеззараживатель. Вот, в принципе, вот этот портативный обеззараживатель как раз выполняет вот эту функцию. Батарейки 4 АА хватает на очень